Здравствуйте, уважаемые зрители. Если проснуться в 4 часа утра в Новороссийске, выглянуть в окно и увидеть, как 50 тысяч человек одной колонной двигаются к морю, то, мягко говоря, можно задаться вопросом. Умом России не понять, друзья, особенно тем, кто здесь не живет и истории не знает. Новороссийск. 4 февраля 2023 года. 4 часа утра. 50 тысяч человек шествуют к морю. Они участники акции «Бескозырка». В воду опустят венок и бескозырку в память о десанте на Малую Землю. Десант численностью 275 бойцов морской пехоты, возглавляемый майором Цезарем Куниковым, высадился ровно в 4 часа утра 4 февраля 1943 года. Они положили начало легендарной битве, продолжавшейся 225 ночей и дней. Сколько людей! 4 часа утра! Ветер, дождь и даже град, море ледяное. Никто никого не заставлял и не подгонял. Мы – непобедимый народ. Если вы почувствовали что-то, вы понимаете, о чем я. Значит, у вас есть сердце. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и поделитесь ссылкой на видео. До новых встреч. Будьте здоровы.